Всем привет! Совсем недавно Татьяна Васильева раскрыла причину серьезной размолвки с актером Станиславом Садальским, с которым раньше хорошо дружила. По признанию Васильевой, она спокойно относится к словам колкого на язык коллеги, но не в тех случаях, когда он задевает ее детей. Как он ко мне относится, что он про меня несет? Разницы нет. Но чего я не прощу никогда, это если трогают моих детей. Я его просто разорву в клочья. Он посягнул на это, вот его вина. Она доказана. Это единственный человек, который нарушил мой главный закон жизни – не трогать детей, заявила Васильева. Отметим, что конфликт популярных артистов длится еще с весны. Сейчас же Васильева добралась и до женщин-актрис. Артистка заявила, что ни за что не будет дружить с Машей Распутиной и Еленой Прокловой из-за отсутствия у них умственных способностей. Среди коллег по цеху актриса положительно выделила Лолиту. Правда, вместо изящного комплимента употребила странное выражение. Они не могли бы быть мне подругами, никак. Даже безумная Лолита мне ближе, они какие-то туповатые. Там не пробьешься, заявила Васильева. Также знаменитая артистка не смогла не упомянуть недавний творческий эксперимент Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Перевоплощение поющей телеведущей актрисы назвала выпадом против всего нормального. По мнению Васильевой, сейчас происходит обесценивание театрального искусства. Хороших спектаклей становится все меньше, что в целом влияет на уровень интеллектуального развития населения. Напомним, что 74-летняя Татьяна Васильева посвятила жизнь актерской профессии. Она большой профессионал и очень требовательно относится к коллегам по цеху. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!